называется «Электрические цепи». Цель нашей работы – познакомиться с различными элементами электрических цепей. А будем мы это все делать в режиме такой игры. То есть мы разобьемся на 4 команды. Вы придумаете название своим командам, выберете себе капитана. Значит, вот здесь, на доске. А вы после того, как запишете название практической работы, зарисуете все основные элементы, которые мы должны изучить. То есть, как они выглядят в реальности и как обозначаются на схеме. Подписать это все. Так? Потом, значит, два человека из вашего класса будут выполнять сегодня роль экспертов. Мы выберем двоих экспертов. Их задача будет в чем? Они будут придумывать схемы для команд. Ваша задача собрать эти схемы. Дальше, кто, значит, правильно соберет, дело не в скорости. Вот не будем торопиться, главное правильно собрать. Соответственно, балловая система получает баллы за правильную сборку цепи. Если неправильно, штрафные очки и так далее. Потом выберем в конце победителя нашей вот такой игры. 4 места для каждой из команд. Первая команда с капитаном Надежды называется «Протон». Они свою схему будут собирать здесь. Здесь будет собирать команда «Позитрон», капитан Егор. Тут площадка для сбора схемы. Значит, команды «Диоды» и здесь команда «Бозон», капитан Олег. Теперь представляем команды. Первая команда. Капитан Надежда Бадюк-Грабивская. Сейчас она представит свою команду. Пожалуйста. Так, хорошо. Следующая команда у нас «Позитрон», да? Значит, капитан команды Андронов Егор представляет свою команду. Так, хорошо. Третья команда у нас Сева Баскаков. Пожалуйста, Сева. Тамаза Алина и так, хорошо. И наконец четвертая команда. Кто у нас капитан? Команды, пожалуйста. Попкова Виктория, Антонова Яна, Савельевичева Ольга, Смирнов Никита, я Грязнова Марина. Отлично. Так, значит, команда сформирована. У каждой из команд есть набор элементов. Теперь дальше. У нас есть два эксперта. Так. Пожалуйста, представляем экспертов. Грауман Владислав и Зворыкин Александр. Какова задача у наших экспертов? Они придумывают схемы для каждой из команд, исходя из того набора элементов, которые у команд имеется. После того, как каждая команда получила задание, они обдумывают, как это сделать, и не толпясь, потому что места там маловато, да? Ну, я думаю, не всей толпой выходит. Обдумали, как собрать схему, и парочка человек выходит, собирает. Мне кажется, это разумно. Все? Теперь что? Значит, слово экспертам, какое-то время нужно им будет, да? Они должны ознакомиться. Элементарная схема, собрать проводов. Все, начинает работать. У кого еще источник питания есть? Так, давайте вот здесь тоже. Значит, реостатор, да? Ключ. Здесь переменный резистор пусть будет. Лампочка. Вот, это для второй команды. Это для второй команды. Схема. Поскольку они диоды называются, значит им схема с диодом. Схема с диодом.
схемы с диодом. Так, где еще детали? Вода, где? Начнем с простого. Да, какой элемент сюда поставим? Я с транзистором понимаю. Вот. Третья команда собирает. Собирать нужно будет вот здесь. Мы вам дадим, когда непосредственно будете собирать. Так, здесь с конденсатором. Здесь ключ. Ключ. Лампа. Пожалуйста, вот все схемы нарисованы. Приступайте к обдумыванию. И по два человека приходят. Кому ключ нужен? Кому нужен был ключ? Вот вам ключ. Мы победим. Погоди, это мы все, что я могу сделать. Так, где эксперты? Пожалуйста, первая. Протон собрала схему. Проверяйте. И выставляем им баллы. Максимальное количество баллов 10. Максимальное количество баллов 10. Нам нужен источник, нам нужен ключ. Значит, сколько? 10 баллов ставим. Присаживайтесь. Нам нужен 10 баллов. Этот переменный ресурс. Сейчас источник. Займете сейчас. Из источника. Кулачком сверху на плане. Да. Так, разбирайте следующую схему. Так, где эксперты? Баллы почему не выставляют? За собранную схему. Так, все правильно. Все правильно, здесь тоже 10 баллов. Эксперты пока думают, сверхэксперт, суперэксперт уже все решил. Это наш, мы собираем схему. Так, секундочку. Давайте. У вас диод был в первой схеме? Да. Так, у вас диод. Поставь на ключ. Так, у вас какой диод? Нет, я говорю, не было так. Дальше. Позитрон там налезет. Позитрон, потом диоды, да? И кто у нас там еще? Последний команда. Егор, готовься. Резиста нужен, чтобы не перегорел. Вот идите вот здесь, соберите. Все, разбираем. Домашнее задание будешь на завтра? 3 марта 2015 года у нас финал нашей игры. Электрические цепи. Значит, было 4 команды. Протон, позитрон, диоды
и Фазон. В финал вышло две команды. Протон, члены команды. Белухина, Абзалова, Юрченко, Канаев, Гондарова, Бадюк, Горобивского и Баранова. И команда Диоды. Тамадзе, Мацокин, Сучкова, Баскаков, Дурново, Сысоева, Зорина. Они набрали по одинаковому количеству баллов, по 140 баллов. И вот нам нужно сегодня определить победителя. Есть приз, сладкий приз. Вот сейчас определим победителя. Значит, выходит по одному представителю команды. Сюда, пожалуйста. Детей прошу. Весела. Вы пока отвернитесь. Обе отвернитесь. Сила топка 5. Сила топка 5. Гига. Так, оборачиваемся. Засекаем время. Нужно быстро посчитать. Это ваше, это ваше. Быстро считаем общее сопротивление. Да, поехали. Арина, не подставляет так просто. Смотри, что Надя делает. Смотри, что Надя делает. Я бы купил детей. Так, сейчас будет штрафное очко команде Диоды. За некорректное поведение на площадке. Это Надя списывает. Да, Надя списывает. Общий знаменатель ищи, потом переворачивай обратно. Какой? За подсказки. Еще одно штрафное очко за минус Диоды. Только не долго, это у меня больше. Так, хорошо, теперь проверяем, да? Да, вы тоже присаживайтесь. Проверяем. Какой у вас ответ? Ответ. 120-13. Где? Где у вас? 120-13 у вас, да? Да. Так, значит, 1/40 плюс 1/30 плюс 1/20, да? Я пойду самым простым путем, да? Дайте мне калькулятор. Так, все правильно. Здесь все правильно. Так. Здесь у нас, да? Так, все правильно. Все правильно, но команда Диоды, к сожалению, чуть-чуть раньше, да? Нет, нет, ну, особых штрафных, я думаю, здесь мы не будем присваивать. Значит так, ну давайте по пятибалльной системе. Диоды 5 баллов, потом 4 балла. Следующий конкурс, пожалуйста. Следующий конкурс. Давайте. Одному представителю от команды. Где у тебя поцелуй? Сань, то у меня 3,5 человека снял. Вот почти 3. Не бей меня, мужик. Мне здоровье не восстанавливается. Значит, вот такая задачка. Вы отвернитесь пока. Можно поворачиваться? Да, можно. Значит, два тела одинаковой массы. В калориметре находятся. У первого тела теплоемкость вот такая, у второго такая. Значит, числами только отличаются задачи у команд. Первое тело находилось при температуре 20 градусов, второе при 80. Второе тело, значит, отдавало теплоту, а первое тело нагревалось. И здесь то же самое. Какая установится температура? Засекаем, пожалуйста. А где писать-то? По какой? Ну, вон там, смотри. Вы что задумались здесь? Вы не знаете, как считать, что ли? Потрясающе. Не знают, как считать. Вы кому вообще представили? Нам было других членов. Я не решила.
Так, замена в команде Протоны и одно штрафное очко. Пожалуйста, кто из вас? Нет, вы уже были. Абзалова или Баранова? Кто пойдет? Решайте задачу. Да, присаживайтесь. Так, команда Протона отстрелялась. Смотрим. Короче, 80 градусов по Цельсию. Вообще не знаю. Куда они ее как-нибудь не могут? Сева почти первый. Так. Она списывала, он сел. В смысле? Какой результат получился у вас, Сева? У меня 80 градусов. 80 градусов? А как может быть 80? Сочини. У вас температура должна быть между ними. Посередине. Стоп. То есть у вас 80? Значит, у вас вообще баран. 0 баллов. У вас вообще 0 баллов. А здесь плюс 5. Плюс 4. Хорошо. За что штрафной? 8-5. Третий решающий раунд. Что вы? А другие члены команды, получается, не работают. Лукин справился. Остаются только Абзалов и Баранов. И кто еще? Канаев, Гондорова. А Юрченко чего сидит? Гондорова заболела. Мы сидим. Выходим. Так, Мацокин, пожалуйста, и Абзалов. Команда решила. Вместо Даниила идет Арина. Даниил, а потом ты Вера. Так, есть предложение, какой конкурс устроить? Решающий. Есть предложение? Можно? Вычислить импульс. Вычислить импульс электромагнитного излучения. Кто старался, кто выиграл? Вернитесь пока. Арина, нужно посчитать мощность, которая выделяется во внешней цепи. Мощность, которая выделяется во внешней цепи. Мама, клянусь. Арина, Что такое импеданс? Я покупал за 100 тысяч белорусских рублей. Ну, это дорого. Что, решили? Присаживайся. Арина, решила? Нет. А, правильно, еще какой первый. А это как я могу? Ой, пацаны, нет. Время импеданс, естественно. Да не, я не сам. Я ничего не хочу. Владимир Викторович. А может мы подведем итоги? Итоги мы подведем. Давайте. Просто скажем, ну, по количеству баллов, по которым команда заслужила. И в итоге. Давайте. Саня, ты придумал команду Зиду. Сань, ты будешь подводить, чем вообще не интересно. Нет. Что подсказываешь? 53 ватта, правильно вот здесь, правильно. Только не вольты надо писать, а ватты. Здесь будут ПТ. Не вольты, а ватты. Так, теперь здесь считаем, да? Здесь просто грубое округление. Я вижу, что решала Абзалова правильно, но грубое очень округление, поэтому сильно отличается результат. И за это 2 балла мы снимаем. Значит, 3 балла сюда, это 11. Ну и 5. А здесь сколько? 5. Итак, с результатом 11-10 победила команда. Подождите. Но торт будете есть вместе. Хоть маленький пол. Экспертной группы Александр Зворыкин озвучит. Капитан и команда подходит. Всем им не обязательно выходить, мне кажется, капитан и команда. И вы вручаете
Этот символ еще спасибо. Обещайте сделать это честно. Нет, Сил, подождите, вы проиграли вообще-то. Вы забыли об этом. Вот вы отдайте победителю. А вот дальше победитель обогащает уран. Решал все Надя, два конкурса. Нет, подождите, благодушно разрешает вам поучаствовать. Но не сейчас, когда закончится урок. Вскипятим чайник и попьете чаю вместе с этим тортом. Все, садитесь на места. Все, сейчас у нас продолжается урок.